На космодроме Байконур к старту готовится российский корабль «Прогресс». На его борту около 2,5 тонн груза. Это топливо и оборудование для МКС, кислород, вода, одежда, продукты, а также посылки от семей для экипажа. Запуск запланирован на 18 часов 41 минуту по московскому времени. И мы предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию с Байконура. Она организована телестудией «Роскосмос». В этот раз грузовик должен состыковаться с Международной космической станцией всего за 6 часов. Раньше полет занимал двое или трое суток. Как рассказали в ЦУПе, это новая схема, разработка которой занимались несколько лет. Впервые ее опробовали в августе прошлого года на грузовике «Прогресс М-16». Если она не сработает, то перейдут на схему стандартную. И добавлю, в настоящее время орбитальную вахту на МКС несут 3 россиянина – Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Роман Руманенко. А также астронавты НАСА Кевин Форд, Томас Машберн и канадец Крис.